У нас в студии необычная гостья – веселая и любопытная Маша Рузавина. Она особенная девочка. Ее кожу можно сравнить с крыльями бабочки. Такая же тонкая и чувствительная. Только это очень больно. Все тело девочки покрыто ранами. Они гноятся и зудят. 14 лет назад при рождении Маше поставили диагноз – буллезный эпидермолиз. Поэтому всю жизнь эта девочка мужественно терпит мучительные перевязки. Особенно ей трудно летом. Тело потеет, а заболевание обостряется. У меня болели раны. Из-за того, что было жарко и появлялся налет на ранах. Из-за этого там их промывать пришлось. Это было грозно там. И мне было неприятно. Да. Мне кажется, наверное, ты ждала лето, а оно получилось у тебя не очень удачно. Угу. Да. Ну, мы надеемся, что следующее лето у тебя будет лучше. Я тоже надеюсь. Мама Маши Наталья рассказывает, с самых первых минут жизни дочки врачи пытались ей помочь, но делали только хуже. Как оказалось, обычный бинт и стандартное лечение при этом диагнозе не поможет. Наталья больше не могла смотреть, как мучается ее дочка, и стала искать другие пути решения. В итоге помогли семье только в Германии. Там провели квалифицированную диагностику, лечение и обучение по уходу за ребенком. Там же и выяснили, что есть специальный перевязочный материал, который не надо отрывать вместе с кожей. Он снимает болевой синдром и облегчает жизнь ребенку. Правда, все купить сложно и дорого. В месяц семья тратит от 200 до 300 тысяч рублей. Пробовали пользоваться тем, что есть у нас в России. Но вот один раз у нас до такой степени эксперимент, что она выросла, повязка. Мы ее в Германии просто удаляли из кожи, мы ее никак не могли. То есть по факту, если нет необходимого материала, то это мучение, это аббрикативное мучение. Да, то есть после этого я эксперименты закончила. То есть и всеми силами ищу какую-то помощь, чтобы у нее все было. За плечами Маши много трудностей и операций, но она успевает радоваться жизни и ловить момент, когда ничего не болит. Если эта история не оставила вас равнодушными, то вы можете помочь Машеньке. Поддержать ее сложное лечение переводом средств по номеру карты, который вы видите на экране. Даже маленький взнос приблизит Машу к покупке новых специальных бинтов. Дарья Пастушенко, Артур Ощупкин. Новости сейчас.